Как поясняет руководство Великоустюгского ДРСУ, это делается для того, чтобы не пришлось портить второй слой асфальта, который только предстоит здесь положить. Дорожные службы поднимают люки на действующих и давно не функционирующих колодцах для того, чтобы не допустить провала асфальта в дальнейшем. После того, как эта работа будет выполнена, приступят к укладке второго слоя дорожного покрытия. Тем временем устюжане надеются только на то, чтобы эти работы были не напрасны.